Всем добрый вечер. Меня зовут Круглов Максим. Я спутник Кругловой Анюты. И по ее просьбе записываю ответ на вопрос, что изменилось непосредственно в моей жене. На самом деле многое что поменялось в течение вот этого промежутка времени, скажем, осени и декабря месяца. В первую очередь, в целом, моя жена стала более женственной. Это выражается в том, что она стала носить юбки практически... Я даже не помню уже такого дня, когда бы она одела джинсы или что-то спортивное, вроде каждый день в юбке. И я считаю, что за счет этого действительно вот эта энергетика Земли женская ее стала насыщать больше, и она стала плавнее двигаться. Также недавно новые платки появились у всех, у жены и у моих дочек. Очень красиво смотрится, очень женственно. Движения тоже стали плавнее и аккуратнее. И также Анюта стала больше заботиться обо мне. Очень, очень уютной обстановке проходит завтрак с зажженной свечой. И это мне дает очень большой заряд вот, с энергии, спокойствия на целый день. И я приезжаю домой, и у меня все еще сохраняется вот эта энергетика, и можно еще очень много других дел сделать. Еще, наверное, много можно чего перечислить. Но я хочу на этом закончить и поблагодарить организаторов марафона, Ольгу Валяеву, ее мужа. Спасибо вам. Моей жене очень понравилось, и она будет продолжать участвовать. Я думаю, дальнейшее участие закрепит ее приобретение во втором марафоне. Спасибо.